Итак, в чем правило этой игры? Говори. Это игра, национальная игра. Орда называется. Орда? Орда. Орда, так. Правило вот диаметром 12 метров. Да. Диаметром 12 метров. 12 метров круг. Круг, да. Круг, да. Радиус 6 метров. Радиус 6 метров. Вот альчики. Еще раз. Альчики. Устраиваются. Вот маленькие, это альчики называется. Так. Этот выбивает, который это компой называется. Компой. С компоем надо выбивать альчиков из круга. Ага, то есть большим камнем нужно выбивать маленькие. Так точно. Так. Вот кто больше, здесь играет две команды. Две команды. Кто больше выбивает альчиков, та команда выигрывает. А, все, я понял. Кто больше выбивает, тот и выигрывает. Да. Так, сейчас мы будем наблюдать, как он кидает. Все, он выбил. Выбил его тот один, да? Да. Вот когда выбивает, вот большой тумпой, если вон на середину останется, так. Тогда он имеет право. Еще один ход. Внутри делать чертмек. Называется это чертмек. Вот сейчас как раз вот он попал. Теперь он с середины может выбивать любого альтика. Середины, да? Следите сейчас. Да, вот он может сесть. И вот теперь ему видно преимущественно. Да, то есть можно взять большой камень, да? Выбивает маленьких альтиков. Вот, видите? И круг, смотрите, почти что половины. А в эту игру играют только у вас, в вашей стране? Нет. Где еще играют? Еще в Таджикистане. В Казахстане. В Казахстане я не видел. Почему-то не играет в Казахстане. Да? И в России есть приезжие кыргызы. И в Китае, и там Урумчи кыргызы. Кыргызы? А в Урумчи тоже есть кыргызы, да? Да. Есть несколько племен, они тоже хорошо играют. А, я понял. А там Кокбере еще идет? Кокбере идет, да. Сейчас идет, да? Полуфинал, да. Полуфинал сейчас, да? Да, да, да? А где там идет Кокбере? Вот, вот там, да? Я понял. Короче, здесь нужно выбивать большим камнем маленькие. Да. Большой камень называется тампой. Тампой? Маленький называется альчики. А почему он просто сидит и толкает вот так вот? Я же говорю, это правило такое. Вот он имеет право снутри выбивать. Да. Да. Синяя команда откуда синяя? Синяя команда это Таласская область. Так? Красная это город Бишкек. А, я понял. Они на финале, на первое место играют. Да, игра называется Орда. 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 А что такое Орда? Как это переводится? Это потом веков как бы центр, да? Орда центр. Называется, да. Центр. Да, а, да, отлично. Сейчас современным Белый дом. Все, я понял. Брат, а будет сегодня стрельба или борьба? Борьба в Газпроме. В Газпроме? Да. Не здесь. А, я понял, да. А стрельба будет? Стрельба в Кумбезе будет, не будет, точно не знаю. А где Кумбез находится? Это, где Манас Кумбез, знаете? А вот Манас Орда, да? Да, 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 да. А, я понял. А почему флаг турецкий? Вот флаг, или это молитвенная палатка? Что это-то? Вот видите флаг с полумесяцем белый? Нет, здесь вот. Медики, медики, медики. Я понял. Можно я поговорю с человеком? А, все, все, пожалуйста, все, не влезайте. Не спасибо. Там медики спасибо. Обслуживают, и там машина медицинская. То есть вот тот полумесяц, это медслужба, да? Да. Вот это медслужба. Оказывает первую медицинскую помощь. А, я понял. Я понял вас. Хорошо, спасибо, брат.